Приветствую всех, друзья! Сегодня хотела напомнить про любовь к себе. Это очень важно, действительно, любить себя, заботиться о себе, думать о себе, потому что много людей устроены так, что думают о близких, родных, о других людях, дарят дорогие подарки и ничего себе. И вот это как раз очень большая ошибка, потому что Вселенная – это живой организм, это квантовое поле, соединенное с вами. И когда все ваше внимание и забота о других, то получается себе ничего. И Вселенная понимает, что вы хотите, это ваш выбор, это ваша добрая воля, все отдавать другим, а о себе не заботиться. И вы так и не будете получать ничего. И вот многие люди даже, ну как так, я все делаю для других, забочусь там, столько для них делаю, а мне как бы ничего. Вот именно потому, что вы сами все время о других, а вам как бы ничего и не надо. То есть вы не просто об этом говорите, вы, может быть, думаете, что вот, как бы отблагодарят, но это чуть-чуть работает не так. То есть вы своими действиями показываете, что для вас это радость все делать другим, отдавать другим, а о себе не заботиться. И вот это самая большая ошибка. Надо начинать от любви к себе, надо начинать с заботы о себе. И не надо на себе экономить. Если вы действительно что-то хотите, возьмите себе. Вселенная даст вам еще. Просто начните баловать свою душу. Душа каждого человека, она эгоистка. Она пришла сюда проживать свой опыт, и она хочет получать что-то. Но когда вы ей постоянно отказываете, душа обижается и перестает вас поддерживать. И ваши желания перестают исполняться. То есть на самом деле, если вы что-то захотели, сделайте это. Если вы услышали чудесный аромат из кофейни и захотели какого-то кофе, пойдите. Многие, вот что, я одна не пойду. Пойдите, посидите, насладитесь именно собой, поговорите с собой, со своей душой. Это очень важно для своего развития, для своей жизни, для того, чтобы мир был внутри. Начните с себя. Очень важно именно заботиться о себе, особенно женщинам. Мужчинам тоже обязательно, это для здоровья всех. Для здоровья каждого человека надо заботиться о себе. И это совершенно ничего не имеет общего с эгоизмом. Вы должны в первую очередь удовлетворить свои нужды, свои желания. И уже из этого будет изливаться благость и на других. Не экономьте на себе. Если что-то захотели, действительно, купите, возьмите, порадуйте себя, побалуйте себя, понаслаждайтесь собой. И вот из этих счастливых моментов состоит жизнь, состоит здоровое психическое настроение. Всех благ вам!